29 августа 2018 года. То пожар, то снова пожар, а то еще пожар. И это понятно, что крысы побежали из нашего государства. Вы хорошо понимаете уже, друзья, что когда нужно скрыть какое-либо преступление, обязательно будет пожар. И мы видели пожар в Центральном банке, а перед этим журналисты писали, что выводятся средства из Центрального банка. Никто не реагировал, средства выводились, в результате случился пожар, и теперь все спокойно. Успокоились. На этом все успокоились. А успокоились почему? Потому что якобы появился какой-то обновленный Димон. Это вот надо же председателя правительства так называть Димон. Но себя не уважать, чтобы у нас с вами было такое правительство, которое мы называем Димон. Страшно, страшно и противно. И вот пожар возник в... Сейчас я вам прочитаю. В здании Московского монетного двора. Центральный банк. Ну а почему же не изъять все ценности из Московского монетного двора? Золотишко, однако, и не только. И алмазы тоже там хранятся. И это новость от вчерашнего дня, 28 августа. Итак, небольшое возгорание произошло на площади 2 квадратных метра в здании Московского монетного двора, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Было возгорание мебели на площади 2 квадратных метра в административном здании, расположенном по адресу улица Даниловский вал, дом 1, строение 1, уточнили РИА Новости. Ну что можно сказать, ведь и 2 квадратных метра могут сжечь ту самую папку доходов, приходов и выходов, которая самая ценная на этом предприятии. Итак, Московский монетный двор. Кто следующий? И я думаю, этих следующих сейчас будет большое количество. Ждите, ждите, когда всю страну до конца вывезут чиновники уже более мелкого ранга. Чиновники крупного ранга уже все вывезли. Мне много пишут в комментариях, что того нет, другого, третьего, что якобы уже ни Чубайса, ни Грефа тоже нет в стране. Но это нужно проверять. А зачем? Понятно, что как только случится предреволюционное время, а оно уже у нас с вами, вот оно, то все убегут из страны. И как раз вот эти самые пожары – это хорошее указание на том, что крысы, последние крысы, побежали с корабля. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.